Из зрительного зала на сцену Большой театр Беларуси объявил интернет-кастинг оперных солистов. Пока проект под рабочим названием «Опера онлайн» находится на стадии разработки. Команда профессионалов будет искать голоса не только в Беларуси, но и в России и Украине. Лучших басов, теноров, меццо-сопрано из народа пригласят в Минск на длительный период репетиций. В результате на подмостках Большого театра будет поставлен спектакль при участии интернациональной творческой группы. Театр-то доступен для всех. Люди ходят, смотрят, получают наслаждение. А если еще кто-то из тех, кто ходит в театр, будет иметь возможность сам попеть на этой сцене, он вдвойне полюбит театр. Поэтому все, что не делается, делается из-за любви и ради любви к театру. Планируется, что «Самородки» исполнят оперу Чайковского «Иоланта», а театр готовит премьеру уже к следующему сезону.